Пятый класс, 23 серия. В государстве 100 городов, из каждого города выходит 8 дорог. Сколько всего дорог в государстве? Допустим, вот из этого города выходит 8 дорог. 4, 5, 6, 7, 8. Вот эти дороги ведут в другие города. По условию задачи известно, что из каждого города выходит 8 дорог. Одна дорога соединяет два города. Когда мы определяем число дорог, выходящих вот из первого города, мы эту дорогу посчитали. Когда мы рассматриваем второй город, эта дорога считается второй раз. Значит, чтобы определить, сколько дорог в государстве, нужно число городов 100 умножить на 8, вот именно столько дорог выходит из каждого города, а затем разделить на 2. Одна дорога соединяет два города. Мы эту дорогу считаем дважды. Итак, 800 делим на 2, 400. Ответ – 400 дорог в этом государстве.